По-хорошему, ему нужно просто в силках оставить между силками. Возьмите кто-нибудь еще мародера. А нужно? Ну, вдвоем будем сканить. Пульс. Пульс возьмем сейчас. Если чувак не возьмет пульса, этот, Толь, возьми тогда ты. А, ну вот, все. Два пульса, два мародера и это ищейка. Ищейка самая бестолковая здесь. Ты, короче, говори, когда типа нажимаешь. Ну, чтоб я не нажимал, и я буду говорить, типа, нажал. Ну, ты нажмешь, я же увижу то, что ты нажал. Не, ну просто мы можем одновременно нажать. Говорите, когда готовитесь нажимать, вот так. Вот смотри, а ты, ну, короче, да. Ты первый сейчас прожимаешь, твоя кончается, и я прожму. Иногда остается лишь выбрать. Лучше буквально через секунду после окончания предыдущего. Чтобы они расслабились. Ладно. Вы думали, что вернуться в замок безопасно? Меня здесь прикалывает, что чтобы ты не разбил, все равно пауки полазят. Так, ну чё, сейчас поближе туда подойдем, я прожму. Это Спарта! Давай, я нажал. Я нажал! Я же тебе сказал, что пойдем туда. Ты сказал, ты нажмешь, и я нажал. Типа давай, напрасно давай, ты как проигрывал. Я нажимаю сейчас. Давай. А, они стены укрепили. Убил капкана. Че-то я кого-то отметил, кого не видел. У меня Лизен. Убил? Нет. Он под инвизом был. Шеела. 60 секунд и все. Я все колючки вижу на собрал. О, нашел. Ты прожимай я... сейчас, нет? Нет, у меня нету. Если есть, нажимай. Есть у тебя? Нету. Счастлив тот, кто умер первым. Давайте сейчас все пульсов возьмем. И кто-то один или Леона возьмет. Не, мне за Леона нормально, я буду за Леона. Ну, значит, ты Леона возьмешь, я пульс возьму. А я Элла опять. Так, и Элла, это... капкан, я Лижа наберу или Фроста? Да, ну, давай Фроста, ну давай, ладно. Ты там уже Фроста взяли, да. И этот, чё, Антон, сможешь найти ты сейчас этот угол? Да хрен его знает. Надо сначала убежать наоборот оттуда, потому что я же сел в конце, там, где они заходят в начале, по-моему. Сейчас да, под пульса, главное, в самом начале не попасть. Да. Да они, мне кажется, они не будут пульсить прям сходу, но это идиотизм. Зачем? По-хорошему, можно сейчас я лиженские колючки туда понакидаю. Слушай, а ну я раньше не понял. Да? Откуда они вообще появляются? Вот первый этаж. Взять и невидимость, пожалуйста. Бегут, Дред, беги. Бля, не идите за мной, меня затрекали. Я думал, колючек понакидал. Ты стоишь, короче. Блин, я думал, это вы колючек понакидал. Я охотника с вами спутал, а думал, это вы. А запрыгнуть можешь? Нет? Вас обнаружили. Нет, бля! Короче, надо, чтобы Фрост положил где-то, надо что найти какой-то маршрут. Чтобы Фрост... Давай. Еще минута. Где нормуль, да? Ты, главное, от него подальше убегай, Антон. Да легко сказать. Он тебя не любит. Твое тело начинает пробирать дрожь. На смока вдвоем побежали, и они вдвоем промахнулись молотками перед его лицом. 30 секунд.
Бля. Могильные черви. Короче, дальше это шоу. Короче, надо найти какой-то маршрут и, короче, наставить на нем ловушек и бегать там кругами, пока они все не умрут. Ну да, да. Вопрос только, что они зажать могут также на этом маршруте с двух сторон. Да нет, они будут бегать по кругу, мне кажется, за нами. Короче, давайте... Ты предлагаю так сделать, взять капканы и Леона и по очереди чередовать. Я помню, в Battlefield был... Я помню... Когда он попадает на колючко Леона, и следом силок этот попадает. Он лежит, и он колючку вытащить не может. Просто колючка мало просто ХП, она всего 10 отнимает, а силок 50 там или что-то такое. Нет, силок 20 ХП оставляет, и надо 4 секунды, он может колючка убить его, пока он лежит на этом балке. Вы не путаете растяжку с силком? Силок у Фрост, а растяжка у капкана. Ну, вот этот силок, он, короче, типа снимает до 20 хп. Если ты в силок попадешь, то ты все умираешь. Ну, как бы ты лежишь, если тебя кто-то не освободит от него. Он инвизом убил челиков, который действовал под тактики взять в начале. Вот здесь двое. Ну, на втором этаже, бля. Блядь, где ты? Надо мной. Где ты здесь был? О! След поймали. Они на первый этаж убежали. Блять, я толкнул. Здесь на первом этаже. Ой, поднимите меня, пожалуйста. Благодарю. Надо мной. Короче, знаешь, такая... О, вслепую убил чувака. Прям вслепую. Смерть это ненадолго. Короче, такая тупизна. Короче, стою в дверях, не могу зайти, врубаю, что чувак, отхожу. Он, видимо, тоже испугался, отбежал. Возвращаемся обратно к двери, опять не можем пройти. Бью в пустоту, короче, и он умирает. Вначале сейчас, когда заходили, там тоже такая же хрень была. Я не могу зайти в дверь, ударил по косяку, и косяк умер. Я в шоке был. Косяк умер. Прикольно. Я говорю, а кто играл в Battlefield 4 в хэллоуиновский режим? Какой? Хэллоуиновский режим. Я в Battle вообще не играл. Не-не, я, кстати, даже не помню, что там такой был. Не играл? Нет. Очень жалко. Я тебе потом видео отправлю. Там можно было прыгать на два этажа, наверное, вверх. И вот там тоже поставь. А, это не... Где? Метку кинь. Вот, я поставил метку. Меня заметили сейчас. Сюда надо. А здесь силок поймал. Бля, не, бля, меня грохнули. Туда нельзя, там умрешь. Сэч. Утю-тю-тю-тю-тю. Слушайте, ну мы их убили парочку. На балконе здесь можно лечь. Если да, только пульс не засечет. У тебя башка светится, кстати, имею... А, это с интернета чувак. Да, да. А, в натуре у него же это зеленая херобора. Слушай, ну... Осталось 60 секунд. Нет, не успел. Ему надо где-то вот здесь, вот в углу здания ему надо. Вот, где я в прошлый раз сел. Вот, да. Да, и вот меня надо... если бы онами нашли, я бы так и выиграл раунд. Зря он здесь сел, наоборот, надо было там, где ловушки сесть. Да. Они спускаются как раз. Еще 30 секунд. Слушай, он прям тайминги ловит. Зря он расходует невидимость. Осталось 15 секунд.
Ого! Беги, блядь! Ой-ой-ой! Вот это лол. Да, в натуре башка такая. С фонарик. Жопа. Мне прикол в том, что пусть подошел, посмотрел на него и ушел. Потом догадал. Подожди, стоп, что? Такой, да? Это 200 IQ. Так, а сколько у нас 50. Пульсов? Раз, два. Нормально. Два Леона, два пульса. Жди, когда он прожмет, тогда и ты прожимай. Да. Да я буду давать. Типа после него. А, нормально. Красавчик он. Че, он заранее прожил? Да, он уже потратил. Тут, короче, еще один вход есть, ну ладно, вы там. Ничего себе, пацана с нами потом приглашу. Да. Больше народу. О! Интереснее. Минус один. Мне поддержку дали. А, я понял. Тот угол, где я прятался, короче, это было совершенно противоположный конец здания. Сечёте? Слушай, я его не вижу. Вот, спрыгнул! Осталось одно чудовище. Еще один остался. Ну чё, пульсы? Не видно его прикол в этом. Секунд. Надо сбегать туда, где Антон прятался. Нашел. Где? Вон там передо мной. Слева от конца. В запасе 15 секунд. Блять, у меня сейчас перезарядится. Ты его видишь? Да, вот он, вот вижу. Монстр. Разбил башку. Чем людей? Достижение, а что сила команды какая-то? Так, погоди. Вообще нормалек. Сколько у нас там побед? А, на